Добрый вечер. Второй матч сезона на нашем стадионе. Кузбасс-Уральский Трудный, 2-5. Два Алексея Владимировича прокомментируют игру. Алексей Владимирович Рябков, Алексей Владимирович Рябков. Алексей Владимирович, гостям, первое слово. Ну да, боевая получилась такая. С обилием моментов. С обилием угловых. Которых мы 4 мяча забили после угловых, не позволив сделать этого сопернику. Ну и сзади ребята подставлялись, страховали друг друга. Сзади сыграли здорово. Впереди, конечно, моменты были, не доигрывали. Но и то, что создали, то, что реализовали, нам хватило для победы. Спасибо. То, что касается нашей игры, я считаю то, что мы сегодня играли неплохо, за исключением тех моментов, где нам не удалось забить. У нас просто катастрофа с реализацией стандартных положений. Я связываю это все-таки с психологией. Этот груз висит над командой, желание добиться результата, и где-то просто не получается нанести точный прицельный удар. Ну а команда Первоуральска сегодня сыграла в силу стандартов, да, не в силу стандартов. Команда Первоуральска за счет стандартов сегодня не контролировала, конечно, ход встречи, но постоянно уходила в отрыв. И для того, чтобы переломить, нам не хватало совсем немного. Я понимаю то, что есть определенное разочарование у болельщиков, но попрошу их набраться терпения. Я считаю, что мы на верном пути, и в ближайшее время все-таки команду прорвет и результат придет. Мы делаем все для этого. Вопросы? Вопрос гостя. Алексей Владимирович, как у вас ситуация? Искусственный бег? Будет у вас? Будет. Когда-нибудь. Это больше к руководству, мне кажется, вопрос. Потому что, да, была встреча губернатора. С губернатором, да, были какие-то даны гарантии. Но это все на будущее. Пока конкретики нет. Еще вопросы? Все, спасибо.